Коллеги, добрый день. Я всех рад приветствовать. Сейчас нам обратную связь на экран выведут. Давайте начнем наше всероссийское совещание. Ну, как бы коротко, если позволите, несколько слов постараюсь сформулировать ту проблему и там как бы те задачи, которые перед нами стоят. Вы знаете о том, что в июне был принят закон 174 по внесению изменений в 35-й федеральный закон об электроэнергетике. Основные изменения касаются совершенствования системы планирования в электроэнергетике. Появилась новая статья 6.1. И мы хотели бы сегодня вот на этом совещании обсудить те подходы, которые мы бы закладывали совместно с системным оператором в те подзаконные акты, которые во исполнение указанного закона должны выйти. То есть, в принципе, количество этих подзаконных актов достаточно большое. У нас их порядка 9 постановлений правительства, порядка 15 ведомственных актов должно выйти. Плюс, коллеги, вы знаете, что мы начали параллельно формирование уже СИПРа на 23-й год, соответственно, единого под новую систему. Для нас это было важно. Мы с этим проектом выходили с Министерства энергетики, с этой инициативой, выходило неоднократно. Были жаркие достаточно обсуждения на площадке Государственной Думы. Я попросил бы здесь, вот Валерий Сергеевич присутствует, тоже несколько слов сказать, как вы со стороны вот Государственной Думы видите там основные задачи, есть ли сложности. Долго и упорно обсуждали этот вопрос, в том числе с потребителями. И нельзя со своей стороны абсолютно, то есть, умалять их роль. Я считаю, что там отдельно и Василий Николаевич, у него как раз, по-моему, сегодня... Вчера был юбилей, да, соответственно, Селева. Тоже надо сказать отдельное спасибо. Поэтому благодаря в том числе и позиции потребителей, вот и всех участников, это коллеги из Росатома, бесспорно, это коллеги из ФСК Россети, долго и упорно мы этот момент обсуждали, прочие сетевые компании, генерирующие компании, сам системный оператор. Появились именно вот те основные принципы формирования этой системы планирования, которую сейчас мы обсудим. Первое, хотелось бы сказать, что да, мы переходим от трехуровневой к двухуровневой системе планирования, это будет единая схема программы. Да, у нас остается важным целевой задачей, это генеральная схема размещения генобъектов, куда в том числе будут включены вот объекты атомных станций. Коллеги, нас слышно? Вот меня просят, кто-нибудь отзовитесь, поздоровайтесь, пожалуйста. Допустим, Северо-Запад, одну Северо-Запада, слышите нас? Здравствуйте. Трансляция идет, я ее вижу. Микрофон включен. Все, хорошо. Трансляция идет. Северо-Запад. Здравствуйте. Звук есть? Просто обратная связь здесь не предусмотрена. Коллеги говорят, что да, слышно получается, поэтому продолжаем. Значит, возвращаюсь к тому, что мы перешли от трехуровневой системы планирования к двухуровневой. Значит, важным остается также разработка генеральной схемы размещения генобъектов. И здесь бесспорно важно будет выбрать и рациональную структуру генерации. Здесь не обойтись не только, значит, техническими там параметрами, но и бесспорно здесь важную роль являет, так скажем, занимает и экономическое обоснование этих решений. И вообще вот вся система планирования, новизна ее в том, я считаю, что, во-первых, мы будем проходить общественное обсуждение этих документов, и второе, мы будем как бы оценивать, соответственно, технические решения, предполагаемые, с учетом уже экономической целесообразности. Вот это как бы основные, как мне кажется, это те ключевые моменты, которые хотелось бы сказать. Я думаю, с учетом текущей ситуации со спросом, там Вячеслав Сергеевич, нужно меня поправить, вот и коллеги тоже системного оператора. Важно, соответственно, сейчас сформировать более правильные цифры. Мы понимаем, что вот та турбулентность некоторая, которая существует, она до конца не позволяет более четко и правильно сейчас нам уточнить наши прогнозы. Я думаю, что к концу года у нас понимание по этому поводу появится чуть больше, и мы начнем эту работу.
Также, соответственно, хотелось бы обратить внимание на то, что роль все-таки субъектов Российской Федерации, коллеги, ваша роль и в части формирования перечня крупных инвестиционных проектов, и в части формирования исходных данных, она очень важна, и она очень высока в этой работе, поэтому мы просим всех внимательно к этому отнестись. Бесспорно, вот с точки зрения особого порядка, который у нас будет сейчас в этом году, на 23-й год разработки, мы договорились, что мы не будем ревизировать оптимальность технических решений, они будут приняты, исходя из разработанных вами. Однако в 23-м году, коллеги, то есть однозначно у нас стоит такая задача, и мы считаем это важным, ревизировать оптимальность именно технических решений. Здесь вопросы там закрытия ряда, так скажем, дефицитов, если они возникают по отдельным энергорайонам, энергоузлам, и выбор оптимального решения между сетевым строительством и генерационным строительством, это первое. Ну и второе, это оптимальность этих сетевых решений, которые внутрь включаются. СИПР у нас ограничен с точки зрения законодательства уровнем напряжения 110, однако в случае, если будут возникать какие-то особенности и проблемы с по конкретной подстанции 110, то мы будем совместно с системным оператором, коллеги, будут проваливаться и ниже, и смотреть с точки зрения, чем обоснована, соответственно, необходимость там реконструкции либо нового строительства этого центра питания, и смотреть уже 35-ки, 20-ки, 10-ки, то есть исходя из чего формируется эта головная нагрузка. Ну, в принципе, тогда я предлагаю не задерживать столь высокое собрание, там, такое большое количество участников. Спасибо, коллеги, что нашли время принять участие в этом совещании. Давайте начнем уже конкретно работу. Валерий Сергеевич, вот со стороны Государственной Думы могли бы вы несколько слов тоже сказать нам по этому поводу? Пожалуйста, микрофон. Да. Добрый день, уважаемые участники Всероссийского совещания. Новая система планирования перспективного развития электроэнергетики. Здесь Павел Николаевич уже сказал основное. Я лишь добавлю от лица Госдумы, от Комитета по энергетике, являясь его представителем, что действительно у нас на площадке Госдумы шли достаточно горячие дебаты, особенно когда это зашло в первом чтении. Многие тогда, скажем так, не до конца осознавали важность этого уже ставшего законом законопроекта на то время. Вот много было поправок, закон получился очень объемным. Всего в закон об электроэнергетике было внесено порядка 30 поправок. И еще ряд изменений внесен в отдельные законодательные акты Российской Федерации. И основная суть поправок сводится к тому, что отрасль переходит на долгосрочное централизованное планирование. А центром этого планирования становится системный оператор, в стенах которого мы сейчас и находимся. Эксперты в результате назвали, скажем так, этот закон одним из главных событий последних лет в электроэнергетике. Это без всяких преувеличений. Необходимость принятия столь объемных системных изменений назрела достаточно давно, в особенности с развитием новых видов электроэнергии, в отношении которых закон стал ответом на те вызовы, которые стоят в текущей ситуации. И если позволите, Павел Николаевич, чтобы я не возвращался к этому вопросу в дальнейшем на заседании, вот меня как человека, который ответственен, депутата, который ответственен за развитие ВИА, вот, волнует в данном случае один момент конкретный по данным изменениям. Я думаю, что тут мы в рамках этого совещания даже услышим ответы на эти вопросы. Там принятие изменений требует пересмотра широкого перечня документов, в частности, касающегося розничных рынков развития ВИА. Отказ от схемы программ перспективного развития субъектов РФ как самостоятельных документов, ежегодно разрабатываемых и утверждаемых органами исполнительной власти субъектов с включением соответствующих инвест-решений в СИПР, электроэнергетических систем России, предусмотренных в законе, приведет к тому, что если мы не успеем принять другую нормативно-правовую базу, то те конкурсы, которые запланированы на рознице с 23 года, в марте 23 года, они будут без нормативно-правовой базы, и поэтому вот я прошу обратить внимание на этот момент, чтобы мы успели до конца этого года принять там необходимые нормативно-правовые документы, акты, которые бы позволили не останавливать этот процесс. Ну а в целом,
Подводя итог, еще раз хочу отметить, что закон Комитет по энергетике Госдумы считает крайне своевременным и полезным для дальнейшего развития отрасли электроэнергетики. И хочется пожелать и Минэнерго, и системному оператору успехов в вопросах проектирования развития электроэнергетических систем и формирования балансов электроэнергии и мощности на перспективные периоды. Спасибо. Спасибо, Валерий Сергеевич. Коллеги, тогда давайте начнем уже непосредственно работу. И я просил бы выступить с докладом Федора Юрьевича Апачева с теми основными принципами и концепцией, которые будут заложены в нормативно-правовые акции, то есть которые уже там сформированы. Дальше, Александр Сергеевич, у нас по графику по дорожной карте уже, соответственно, в ближайшее время ряд актов выйдет на согласование и обсуждение. Поэтому давайте, Федор Юрьевич, пожалуйста. Спасибо, Павел Николаевич. Добрый день, участники всероссийского совещания. Мы подготовили достаточно подробную презентацию, которую опубликуем, в которой постарались отразить основные, ну, содержательные моменты того, что поменялось и как будет выглядеть новая система перспективного планирования, а также основные регламентные и процедурные моменты, которые, собственно, нам предстоят. Какая у нас существовала система перспективного планирования и почему, по каким причинам потребовалась ее модернизация? Федорович, спасибо, пожалуйста. А мы, пусть коллеги слайды увидят, трансляция будет, презентация? Денис, не будет, да? Да, вот, отлично, появилась. В любом случае, презентация будет опубликована, ну, да. Но здесь важно еще, чтобы коллеги при докладе слышали, да, смотрели, могли видеть. Вы, пожалуйста, сейчас мы это проверим. Да. Да, презентация видна. Значит, третий слайд. Значит, какая у нас действовала система? Трехуровневая система перспективных документов, которая состояла из генеральной схемы, которая разрабатывалась на 15-летний период с актуализацией раз в 3 года. Утверждалась она правительством Российской Федерации и включала в себя основные направление. Звука нет на трансляции. Я сейчас спросил, звука нет. Зависит от силы интернета. Разные сообщения приходят, кто-то не слышит. Да. Листайте презентацию. Да. Коллеги, если у кого-то нет звука, видимо, локальные технические проблемы, потому что нам подтверждают, что слышно. В любом случае будет запись, тогда можно будет посмотреть в записи. Слайды не листают. Не листают, да, слайды. Наши извинения за такие технические накладки. Хорошо. Так, возвращаемся. Значит, генеральная схема на 15 лет учитывала основные направления развития магистральных сетей, крупной генерации, содержала в себе прогноз спроса на 15-летний период и, по сути, задавала основу для размещения крупных атомных и гидростанций и основные решения по развитию магистральных сетей. Значит, следующий документ – это схема программы развития ЕС России, которая разрабатывалась совместно ФСК и системным оператором, утверждалась Министерством энергетики. Этот процесс осуществлялся ежегодно. В этом году крайняя схема в этой процедуре утверждена 28 февраля Министерством энергетики, и она охватывала горизонт планирования 7-летний. И третий уровень – это разрабатываемые на уровне субъектов Федерации региональные схемы и программы развития на 5-летний период. И, собственно, в этой части произошли наиболее существенные изменения. Значит, как я уже сказал,
Значит, ну вот, существовавшая система содержала в себе такие системные недостатки, связанные в первую очередь с тем, что вот наличие федеральной схемы и большого количества региональных схем приводило к большой раскоординации технических решений, которые учитывались в региональных схемах и в федеральном СИПРЕ. Сами процессы разработки на уровне регионов имели разную глубину, разное качество. Безусловно, существовали примеры очень качественной разработки региональных схем, но также как бы по факту присутствовали случаи, когда СИПР, по сути, в регионах состоял там из трех страничек общей информации, и, в общем, реальной основой для принятия каких бы то ни было решений по развитию служить не мог. Разрозненность региональных и федеральных схем планирования приводила к возникновению неоптимальных технических решений. В общем, наблюдались случаи, когда, собственно, существовали разные версии региональных СИПРов, утверждаемые, дополнительные, и, собственно, возникал большой вопрос, а что же является актуальным планом по развитию, потому что даже на уровне региона существовали как бы разные документы про одно и то же, оптимистические сценарии, целевые и так далее. Безусловно, этот процесс не был последовательным во многих случаях, когда из года в год решения между программными документами сильно отличались, и, учитывая длительность инвестиционных циклов в электроэнергетике, это приводило к большой раскоординации тех решений, которые потом реализовывались в реальности. Отсутствовал способ централизованного проведения единой технической политики через эти документы. Безусловно, существует система технического регулирования, но вот с точки зрения применяемых решений и подходов, опять же, вот за счет большого количества региональных процессов сложно говорить о реализации единой технической политики. Во многих случаях разработка документов задерживалось, и, по сути, документы утверждались не в установленные сроки, иногда там к окончанию года, собственно, официальный документ на уровне регионов утверждался, при том, что год уже проходил, то есть отставание перспективных документов от реальных процессов, в том числе инвестиционного планирования, наблюдался в отдельных регионах. Собственно, с целью устранить указанные недостатки был разработан и принят федеральный закон 174 ФЗ, который модернизировал указанную систему. Значит, что поменялось? Система планирования становится двухуровневой, остается, про это скажу чуть подробнее, генеральная схема как тип документа, решающий стратегические задачи электроэнергетики, остается. И СИПР становится единым документом, который включает в себя скоординированное развитие федерального уровня сетей и регионального уровня до объектов 110 кВт и выше. Сразу скажу, речь не идет о том, что СИПР будет включать в себя все планы по развитию территориальных распределительных сетей, и это важно. Но все объекты 110 кВт в территориально изолированных энергосистемах 35 и выше, которые имеют системное значение, по сути, влияют не только на конкретного потребителя или генератора в рамках его технического присоединения, а влияют в целом на работу энергосистемы, вот эти все проекты будут собраны в единую схему и программу развития энергосистемы. Значит, второе. Будет существенно увеличено методическое обоснование к разработке программных документов и закреплено нормативно. Скажу об этом тоже чуть позже, но вот именно методические подходы к
критерии экономической эффективности, процедурные моменты, связанные с общественным обсуждением и вообще публичностью утверждения этих документов, будут закреплены нормативно, ну и, соответственно, реализовываться на единых подходах по всей территории нашей страны. Значит, третий важный момент – будет урегулирован вопрос использования расчетных моделей, которые, в общем, необходимы для проведения всех инженерных расчетов, связанных с развитием энергосистемы, с технологическим присоединением, схемами выдачи мощности. Основой для проведения соответствующих расчетов являются перспективные расчетные модели. И будет создан механизм, который позволит всем проектным организациям, которые участвуют в этом процессе, использовать одинаковый набор информации, необходимой для выполнения соответствующих технических мероприятий. Также предусматриваются функции по участию в разработке и оценке эффективности применения инновационных и перспективных технологий производства и передачи электрической энергии. Существует большая проблема, связанная с тем, что при возникновении новых технологий отсутствует как бы системный подход к определению целесообразности и параметров их применения в единой энергосистеме. Отсутствует комплексный взгляд, например, подходом к использованию постоянного тока. Силовая электроника дешевеет, определенные значительные преимущества использования, как пример говорю, силовой электроники постоянного тока, они, безусловно, присутствуют, и в мире мы видим, в общем, активное использование таких технологий. Вот целесообразно комплексно подойти к исследованию применимости, наличию этих технологий в доступности к применению в нашей энергосистеме с тем, чтобы можно было разрабатывать рекомендации, требования, которые откроют, собственно, дорогу к применению таких технологий у нас, или наоборот, можно признать, что их использование по тем либо иным причинам для конкретно наших условий неэффективно, и, собственно, не реализовывать проекты, которые заведомо системно менее эффективны, чем использование иных или традиционных технологий. Значит, также федеральный закон предусматривает, что с 1 января 2024 года системный оператор будет осуществлять функции по оперативно-диспетчерскому управлению в территориально изолированных энергосистемах. И, собственно, вот все, что мы сегодня обсуждаем, разработка программных документов перспективного развития, полноценно в территориально изолированных системах тоже заработает с 2024 года. И вот все централизованные решения, еще раз повторюсь, они будут приниматься в отношении объектов системного значения 110 кВт и выше, 35 в изолированных. Значит, чуть более подробно. Новый СИПР будет приравнивается к отраслевым документам стратегического планирования для целей подготовки документов территориального планирования на уровне региона. Соответственно, будет связка между объектами, запланированными в целях развития энергосистемы, со схемами территориального планирования. Значит, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут не вправе предусматривать в планах территориального планирования проекты по развитию электроэнергетики. Опять же, повторюсь, речь идет о объектах 110 кВт и выше, которые не учтены в СИПРе. Тем самым мы обеспечим единство планов развития электроэнергетики с планами территориального планирования. Значит, также не допускается разработка иных перспективных планов в части электроэнергетики на уровне субъектов Федерации в тех же целях избежать дублирования и рассинхронизации планов. Мы будем иметь
единый документ, который будет описывать развитие электроэнергетики по всем регионам страны. И следующая важная поддерживающая норма, что включение в инвестиционные программы, утверждаемые государством, проектов по строительству или расширению объектов 110 кВт и выше, будет возможно также при условии, если эти объекты попали в схему и программу развития. За исключением проектов, связанных, реализуемых самостоятельно собственниками, и проектов, реализуемых в части технологического присоединения к сетям, поскольку в соответствии с изменениями в правила технологического присоединения с 2024 года у нас финансирование строительства объектов, связанных с технологическим присоединением, должно производиться в счет платы за технологическое присоединение. Соответственно, СИПР отвечает за системное развитие, которое, грубо говоря, финансируется за счет инвестиционной составляющей в тарифах на передачу. Техприсоединение осуществляется по правилам техприсоединения. На слайде 8 показано изменения, о которых я рассказал. Значит, важно, что помимо того, что трех типов документов у нас становится два, у нас синхронизируются сроки. Генеральная схема переходит на 18-летний горизонт планирования. Это означает 3 шестилетних цикла. И актуализироваться на переутверждаться она будет раз в 6 лет с актуализацией раз в 3 года. А схема и программа развития будет разрабатываться ежегодно с горизонтом планирования 6 лет. Соответственно, генсхема состоит из методических, состоит из трех циклов. Этапности, да, хотелось бы сказать, мы обсуждали это, коллеги, важно, что возникнут вопросы, ясно, из синхронизации с процессами тарифного регулирования и с прогнозированием с точки зрения соцэконом-прогноза, еще чего-то. Но это отдельная история, отдельное направление. Будем договариваться, как у нас это было раньше, брать последний год, и его бюджетный подход при формировании федерального бюджета и объем инвестиций по нему или тех решений продлевать дальше до необходимого периода. Но этот вопрос мы еще обсуждаем. Извиняюсь, Федорович. Собственно, на следующем 9 слайде как раз мы полагаем, что такая система приведет к оптимизации системы регулирования, в том числе тарифного, и повышению уровня доверия, к принимаемым решениям в области электроэнергетики за счет введения регулярности, за счет введения публичной методологии, как технической, так и организационной. То есть регламентно будут предусмотрены все этапы, как я уже говорил, связанные с публичным обсуждением, со сбором предложений и с порядком обоснования включения тех либо иных проектов в СИПР. Безусловно, такое выстраивание этой системы позволит более аккуратно выявлять перспективные проблемы в отдельных энергоузлах, выявлять те точки, которые требуют наибольшего внимания с точки зрения развития сети или строительства генерации, поскольку решения по строительству генерации сейчас основываются на фиксации в СИПРе прогнозируемого возникновения дефицита в тех случаях, когда решение этого дефицита сетевым способом экономически нецелесообразно. Соответственно, в рамках единого документа будет с учетом регионального уровня будут явно обосновываться те узлы энергосистемы, в которых требуется строительство новой генерации. Безусловно, речь идет о повышении прозрачности выбора тех либо иных технических решений с учетом экономических последствий и экономического сравнения альтернативных вариантов.
Опять же, повторюсь, это будет вписано в процедуры публичного обсуждения соответствующих решений. Про расчетные модели я сказал, значит, они будут предоставляться всем заинтересованным участникам в той части, которая им будет требоваться для выполнения их работ по проектированию. Развитие научно-технической базы, в том числе через функцию апробации таких инновационных решений, улучшится, полагаем, реализация единой технической политики, и на уровне бюджетов регионов произойдет экономия, поскольку разработка СИПРОВ на уровне субъектов федерации теперь не предполагается. Значит, теперь на слайде 10 хотел показать, значит, что у нас будет происходить в ближайшее время. Значит, до конца года должна выйти вся необходимая подзаконные нормативно-правовые акты. Порядка 24 документов должно быть принято, изменения действующие, разработка новых. К основным я бы отнес это расширение приказа Министерства энергетики 102 в части предоставления информации системному оператору. Туда будет добавлен блок информации, который является исходными данными для разработки СИПРА. А в конце презентации скажу, что по факту происходит с этим процессом. Но здесь как раз будет нормативно определен порядок, роли, значит, форматы обмена информацией теми самыми предложениями по включению в проект схемы и программы развития в качестве проектов, которые должны быть построены или подлежат модернизации с увеличением мощности. Значит, будут выпущены на уровне постановления правительства правила формирования и поддержания тех самых цифровых моделей перспективных, я об этом говорил, и будет установлен порядок раскрытия этой информации для субъектов электроэнергетики. Важный документ – это правила разработки и утверждения документов перспективного развития электроэнергетики. По сути, это основной документ, который определит порядок разработки СИПРОВ и генсхемы, и те предложения, которые мы, сейчас положены в проекты этих документов, я расскажу чуть позже на слайдах. Отдельный документ будет посвящен взаимодействию с федеральными и региональными органами власти в части взаимодействия по подготовке предложений по включению в СИПР, обоснование крупных проектов и обмен информацией в этой части. Это тоже будет постановление правительства. На уровне Министерства энергетики будут выпущены методические указания по проектированию развития энергосистем. Собственно, они зададут уже детальную методологию прогнозирования спроса с учетом коэффициентов, прогнозных коэффициентов исполнения технологического присоединения в зависимости от региона, в зависимости от вида экономической деятельности. Таким образом, порядок прогнозирования спроса будет в максимальной степени формализован. Именно поэтому важно обеспечить получение достоверной информации, в первую очередь, о технологическом присоединении и планах развития, с тем, чтобы потом максимально повысить точность прогнозирования с учетом той методологии, которая будет закреплена. Значит, будут внесены изменения в правила утверждения инвестиционных программ 977-е, постановление и основные положения функционирования розничных рынков. Собственно, там, Валерий Сергеевич, планируется вот этот вопрос региональных конкурсов ВИА учесть, перенести в правила розничного рынка. Так, чуть подробнее про, собственно, сами документы. Значит, все, что будет на следующих слайдах, как я уже сказал, это те предложения, которые сейчас погружены в проекты нормативно-правовых актов, которые мы до конца года должны выпустить. Значит, что важно?
Значит, что генеральная схема, что схема и программа развития будут состоять из двух частей. Первая часть, утверждаемая часть, это будет содержать в себе, собственно, непосредственно принятые решения, которые утверждаются, и будут включать в себя прогнозы потребления и баланса мощности, перспективное развитие и рациональные структуры генерирующих мощностей, предложения по развитию магистральных, в первую очередь, электрических сетей, оценка топливных балансов, оценка капитальных вложений на реализацию мероприятий, заложенных в генсхему, и оценка ценовых и тарифных последствий. Аналитические материалы будут содержать, они не будут утверждаться, но они будут как бы являться приложением к утверждаемой части, которая будет, собственно, обосновывать принятие тех либо иных решений, которые помещены в, ну, по сути, в принятые решения. А в генсхему будут включаться объекты, не все объекты генерации 100 мегаватт и более, прирост и новое строительство, электрические сети 330 киловольт и выше, значит, и схема выдачи мощности на 220, которые сети для этого требуются. Следующий слайд. Значит, процедура утверждения, разработки утверждения генеральной схемы, по сути, будет состоять из подготовки данными всеми субъектами электроэнергетики, подготовки данными регуляторами, всеми основными регуляторами Росстатом, разработкой проекта генеральной схемы, рассмотрение Министерством электроэнергетики с последующим вынесением на утверждение в правительство Российской Федерации. А разработка генеральной схемы будет включать отдельный этап проведения общественных слушаний, общественного обсуждения. Значит, следующий слайд. Значит, по графику, вот на 14 слайде показан график разработки на примере первого цикла, дальше он раз в 6 лет будет повторяться с актуализацией. Наверное, не буду здесь останавливаться и перейду к схемам и программам развития. Значит, так же, как и генеральная схема, схема и программа развития будет состоять из утверждаемой части и аналитических материалов, обосновывающих принятие, собственно, заложенных в утверждаемую часть решений. Будет включать в себя утверждаемая часть прогноз потребления, развития генерации, результаты расчета балансовой надежности. У нас существует стандарт, который предписывает, определяет порядок расчета по узлового, крупноузлового расчета балансовой надежности, что будет являться и основанием выявления зон, где вероятностными методами прогнозируется возникновение непокрываемого дефицита электрической энергии, что в свою очередь будет являться основанием для принятия решения об определении зон технологически необходимой генерации. Собственно, сами такие зоны, значит, и дальше предложение по развитию сети. Также экономические показатели – это оценка стоимости заложенных решений и оценка, значит, ну, что будет происходить с топливными балансами. Значит, схема и программа развития будет включать в себя сети 110 кВт и выше, 35 в технологически изолированных системах, и объекты по производству электрической энергии 5 мегаватт и выше. Следующий слайд. Значит, ну, цикл разработки будет начинаться в мае, точно так же представление исходных данных, разработка проекта, проведение общественных обсуждений, подведение итогов общественных обсуждений, направление итогового проекта Министерства энергетики, утверждение. Значит, общественное обсуждение будет организовано по
той же модели, как и происходит обсуждение проектов нормативно-правовых актов на регулейшене, у субъектов будет публиковаться проект документов, соответственно, субъекты будут иметь возможность представить обоснованные предложения и замечания к опубликованным проектам. А дальше будет формироваться лист учета этих замечаний, новая версия, которая будет представляться к дальнейшему рассмотрению. Соответственно, участниками проекта разработки СИПРА будут являться Министерство энергетики, органы исполнительной власти субъектов, сферный оператор, сетевые организации, генерирующие компании, экспорт-импорт, потребители. Но опять же речь идет о сетевых организациях, которые владеют или у них возникает проект, связанный с развитием сети объектов 110 кВт и выше. Следующий слайд. Значит, важная роль органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации – это собственная оценка реализуемости крупных перспективных проектов по технологическому присоединению, которые запланированы на соответствующих территориях. Нам нужно убедиться для включения проекта в СИПР, что такой объект существует, он включен в планы и в прогнозы социально-экономического развития региона, что решены вопросы с наличием земельного участка и планы, которые заявляются инвесторами, они совпадают с теми планами по срокам, по объемам, которые заявлены с точки зрения развития под них сетевой инфраструктуры. Значит, субъекты электроэнергетики, безусловно, важная роль в рассмотрении проекта, схемы и программы развития и подготовка обоснованных предложений по учету в этом проекте. И третья важная роль – необходимо скоординировать развитие электрической части с планами по развитию теплоснабжения, то есть со схемами теплоснабжения. Соответственно, координация решений по схемам теплоснабжения и объектов СИПР, она тоже должна быть обеспечена региональными органами власти. Субъекты электроэнергетики – это тоже предоставление необходимых исходных данных и участие в процедурах общественного обсуждения. Следующий слайд. Значит, сейчас говорю про целевую модель. Значит, в целевой модели до 20 апреля системный оператор будет формировать запросы в отношении тех крупных объектов, информация по которым представлена в системный оператор, с тем, чтобы региональные органы власти, собственно, дали свою оценку их реализуемости с точки зрения того, что я сказал, земельного участка, наличия в собственных планах экономического развития и так далее. Значит, для переходного периода, сейчас про это тоже скажу, мы сейчас на сайте уже опубликовали перечень крупных тех присоединений, по которым мы хотели бы уже в этом году, в ближайшее время, коллеги, от вас получить оценку реализуемости этих проектов, по которым существует заявленный техприз. 22 слайд. Дальше, будет процедура рассмотрения проекта СИПРА и подготовки мотивированных заключений. Будет она проходить с 1 сентября по 30 сентября ежегодно, говорю про целевую модель. Соответственно, до 16 октября мы будем, как системный оператор, формировать обоснованные заключение об учете, частичном учете или неучете поступивших предложений. 23 слайд. Такое же взаимодействие, только начинается оно раньше, с 1 марта по 20 апреля
значит, обмен информацией с сетевыми организациями до 1 марта с генерирующими компаниями и оператором экспорта и импорта и потребителями обмен информацией, который, как я уже сказал, будет стандартизирован в нормативной базе состав порядок передачи. 24 слайд. Значит, но наиболее плотное взаимодействие, безусловно, будет осуществляться с сетевыми организациями, поэтому предусматривается дополнительный цикл рассмотрения предложений с сетевыми организациями до общей процедуры публичного обсуждения проекта СИПРА, направлены на то, чтобы в максимальной степени установить обоснованность тех предложений, которые будут подаваться сетевыми компаниями по включению в СИПР. То есть два полных цикла согласования с сетевыми организациями. Понятно, что это был такой длящийся процесс, будет предусмотрено в нормативной базе. Начнется это, будет начинаться с 1 марта ежегодно. Следующий слайд. Про 25-й. Общественному обсуждению, как я уже сказал, процедура будет типовая для организации общественного обсуждения документов. Они все будут публиковаться в открытом доступе на сайте. Будет установлено время на подачу соответствующих предложений, порядок рассмотрения и публикации уточненного документа также на портале. 26 слайд. Еще одна важная, нам кажется, важный процесс, направленный на повышение прозрачности и доверия к системе перспективного планирования, это регулярный мониторинг фактического исполнения тех мероприятий, которые были заложены в схемы программы развития, утвержденные ранее. Планируется, что до 1 февраля следующего года, опять же говорю про целевую модель, хотя мы и по СИПРам, разработанным в старой модели, какую-то информацию опубликуем в начале следующего года тоже, будет установлена процедура ежегодного анализа фактического исполнения тех мероприятий, которые были учтены в предыдущем СИПРе. Оценка тех оценок, которые были заложены, в том числе экономические, при разработке этих СИПРов, оценка, что произошло с прогнозом потребления. То есть будет такая большая аналитика по поводу фактического исполнения ранее утвержденных решений. Соответственно, общий цикл будет внутри года выглядеть следующим образом. Будет отчет, что мы достигли по прошлому году, по СИПРу, утвержденному в прошлом году. Дальше будет подготовка исходных данных, эти круги согласования с сетевыми организациями, со всеми остальными субъектами электроэнергетики по корректировке тех решений, которые были, появлению новых, отказу от каких-то решений. Дальше формирование СИПРа, общественное обсуждение уже полного результата и его утверждение. Теперь на 27-м слайде про переходный период. У нас, поскольку нормативная база должна быть разработана, как я уже сказал, до конца этого года, и, собственно, федеральный закон вступает в силу с 1 января 2023 года, а СИПР следующего года должен быть разработан в условиях отсутствия нормативного закрепления всех тех процедур, о которых я рассказывал на предыдущих слайдах, то первый СИПР, который будет разработан по новой модели, он будет переходным. Соответственно,
вся организационная часть взаимодействия, которая необходима для его разработки, она будет организовываться путем писем и запросов, которые в том числе как бы Минэнерго будет направлять в адрес субъектов электроэнергетики. Сам цикл разработки, с учетом того, что у нас сегодня 25 августа, он будет сокращен, поэтому первый СИПР будет реализован в переходном режиме, а полноценный СИПР будет, вот по тем процедурам, про которые я говорил, будет разработан в конце 2023 года. То есть в следующем году мы будем дважды утверждать схему и программу развития. Первый этап будет переходный. Вот график того, что будет происходить в этом году и начале следующего в рамках переходного, он представлен на 27-м слайде. Значит, собственно, проект СИПРа будет разработан в январе и опубликован для общественного обсуждения в январе 2023 года. С 10 до 20 января планируем провести общественное обсуждение с тем, чтобы 1.03 его можно было утвердить. Повторюсь, мы входим в этап параллельной разработки нормативной базы и разработки такого первого, не хочется называть его имитационным, но тем не менее. Нет, но все равно это первый СИПР, да, с учетом тех допущений, которые мы считаем приемлемыми при входе в эту систему. Да. Коллегам, в частности, сетевых и генерационным, очень часто знакомо, соответственно, запараллеливание процессов, связанное с появлением особо важных объектов в нашей стране. Это понятная история. Ничего страшного. Соответственно, вот на такой переходный период позволит нам практически отработать все те, как мы понимаем, сложные процедуры взаимодействия, которые нам предстоят. У нас есть возможность, совместно, корректно, определить уже нормативно все процедуры, которые будут использоваться в целевой модели. Поэтому очень важно сейчас всем максимально активно принять участие в этих процессах, поскольку те идеи, которые мы сейчас обкатаем, они в дальнейшем лягут в основу уже нормативно закрепленной конструкции. Значит, следующий слайд. Хотелось поделиться. На самом деле процесс подготовки СИПРа переходного уже запущен. Было направлено письмо Министерству энергетики в адрес субъекта с просьбой предоставить ту самую необходимую для разработки нового СИПРа информацию. На сегодняшний момент, к сожалению, качество полученных данных оставляет желать лучшего. Половина субъектов пока вообще не ответила на эти запросы. Значит, по полученным документам есть большое количество замечаний по качеству той информации, которую мы получили. Безусловно, при запуске любого такого сложного процесса это неминуемый этап, который нам хотелось бы пройти. Именно поэтому в рамках переходного процесса призываю всех максимально активно принять участие в тех процедурах, которые сейчас будут реализовываться по запросам. Дарьевич, я хотел еще сказать, уважаемые коллеги, в рамках совещаний по подготовке к зиме, то есть все компании, мы стараемся эту информацию донести для руководителей регионов, губернаторов, да, ответственных замгубернаторов, по тем компаниям, которые не дают исходные данные или подают их, спустя рукава, коллеги, мы, извините, как в моей одной из любимых советских сказок, всех посчитаем, как козленок, который умел считать до 10. Поэтому, пожалуйста, относитесь к этому серьезно. В любом случае, все уважаемые коллеги, то есть должны эти данные предоставлять, вы ими пользуетесь, мы ждем. От этого зависит и качество документа, и в том числе решения, которые будут приняты по вашим зонам деятельности. Да. Значит, именно поэтому мы очень просим и предлагаем
собственно, повторно направить информацию по тому запросу, который был направлен Министерством энергетики, по тем коллегам, по которым, ну, у нас есть вопросы, полученная информация, мы в рабочем порядке доведем, ну, в чем суть наших пожеланий к представленной информации. По тем, кто не представил, коллеги, ну, это в ваших интересах, ну, включиться в, по сути, в становление и развитие этих процедур с тем, чтобы в дальнейшем, ну, как бы, то, что будет попадать в СИПР, соответствовало, ну, вашим планам и, значит, реальной ситуации, которая в регионах происходит. Значит, давайте двигаться дальше, коллеги, мы обозначим это, тогда нам дайте еще раз перечень, мы вас поймем, еще раз подпишем необходимое количество писем, если это регионы, то на губернаторов, если это конкретные компании, то на руководителей компании, но еще раз повторяюсь, на зиме попробуем еще раз этот момент дообсудить и поднять на уровень обсуждения, на уровень министра, если не будет получаться. Да. Значит, и второй важный момент, понимая, что вот мы живем в таком, ну, режиме, как бы, запуска, значит, вот в СИПР, который переходный, значит, по умолчанию мы учтем те проекты, которые сейчас присутствуют в СИПРе, утвержденном в этом году, за исключением тех корректировок и предложений, собственно, которые вы нам пришлете и которые будут обоснованы. То есть, если то, что сейчас содержится в СИПРе, ну, соответствует вашим планам, подтвердите это. Если требуется корректировка, пожалуйста, подумайте и подготовьте необходимое обоснование, чтобы можно было учесть. При целевой разработке СИПРов в него не будут попадать объекты, которые не обоснованы. Поэтому... И будет, ну, то есть фактически то, о чем я сказал, будет произведена оценка технологически оптимальных решений. Это будет сделано уже в 2023 году. Сейчас мы берем за исходные данные все проекты, которые были разработаны ранее. Если их необходимо принять, то я уже сказал, вы их обосновываете, меняем. А потом все равно к ним возвращаемся и, соответственно, обсуждаем. Да, все верно. Значит, просьба к органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, значит, как нам представляется целесообразным провести совещание на территориях по поводу, ну, во-первых, обоснования крупных проектов по технологическому присоединению с тем, чтобы вот те самые учет это в планах развития, наличия земельного участка и так далее было подтверждено. Ну, а также с тем, чтобы скоординировать работу местных территориальных сетевых организаций по организации этому процессу. С нашей стороны, у нас наши филиалы РДУ, ну, АДУ и, соответственно, исполнительный аппарат в максимальной степени, значит, ну, организационно выступят, ну, базой для проведения соответствующей работы. Мы планируем, скажу об этом чуть позже, собственно, на уровне регионов провести совещание с пояснением тех положений, тех требований, которые сейчас, ну, формируются по разработке, значит, и которые учитываются в проектах нормативно-правовых актов. Ну и самое главное, с тем, чтобы обеспечить качественное предоставление той информации хотя бы в части корректировки проектов, которые учтены в СИПРА. Так, следующий слайд. Значит, здесь основные организационные мероприятия представлены. Мы планируем такую вот разъяснительную и, собственно, экспертную работу провести на нескольких разных уровнях. Безусловно, проведем отдельные совещания с Россетями. Значит, мы планируем на базе Приморья сделать такую опережающую разработку региональной части СИПРА с тем, чтобы можно было разработать, опять же, апробировать те нормы, которые сейчас попадают в проекты нормативно-правовых актов. Мы отдельно пообщаемся с территориально-сетевыми организациями, планируем сделать это на базе сетевой компании Татарстана.
И в целом с независимыми сетевыми организациями тоже проведем отдельные совещания. Значит, отдельно пообщаемся с генераторами. Ну и в целом планируем максимально, значит, информировать всех участников относительно, во-первых, того, как у нас продвигается разработка нормативки, как у нас фактически продвигается вопрос подготовки, ну, предоставления исходных данных. Понятно. Я думаю, что в любом случае разъяснительную работу надо проводить в коллегии, то есть на уровне субъектов, по перечню крупных инвестиционных проектов. Если необходимо, я готов подписать письма на всех губернаторов. То есть подготовим и сделаем это. То есть здесь, мне кажется, нужно уже побыстрее немножко нам делать. Это было бы целесообразно. Да, договорились об этом. Пожалуйста. Да, спасибо. Так, ну, 32-й слайд. Значит, вот для того, чтобы максимально, как бы, опубличить этот процесс, значит, у нас на сайте создан специальный раздел, посвященный перспективному планированию. Там мы будем размещать, ну, собственно, все то, о чем я сейчас говорил. В частности, сейчас там уже опубликованы, в том числе и статистика по поводу вот ответов на запрос, кто представил, кто не представил, какие там есть вопросы, замечания. Там же будет публиковаться, значит, ну, все информационные материалы. Значит, создан раздел с ответами на вопросы, и мы публикуем ответы. Коллеги, просьба, соответственно, обращайтесь, пишите нам, звоните, там на следующем слайде контакты указаны. Мы будем максимально оперативно, собственно, реагировать на те вопросы, которые возникают. Всем остальным, ну, просьба тоже, смотрите, что, как бы, является наиболее там, вызывает основные вопросы, возможно, что уже на них ответы, ну, существуют и официально опубликованы. А также через портал будем организовывать процедуру общественного обсуждения. В дальнейшем есть там большие планы по автоматизации процесса взаимодействия, в первую очередь сбора исходных данных. Здесь, безусловно, будет переходный период, связанный с, ну, необходимостью автоматизации, в том числе на стороне субъекта. Я думаю, что как бы к этому отнесемся, и совещание уже следующее, коллеги, будет проходить не в режиме трансляции, соответственно, именно непосредственно с возможностью обратной связи в рамках видеоконференц-связи и активного там онлайн, так скажем, обсуждения. Коллеги, тогда, Петр Ильич, спасибо большое, да, за спасибо. Доклад, очень подробный. Коллеги, чтобы не заскучали, давайте послушаем коротко вот ответы на вопросы, которые мы просили, запрашивали, уже поступили непосредственно от ряда участников. Денис, пожалуйста, соответственно, к вам слово. Да, добрый день, уважаемые коллеги. Но, чуть погромче. Да, да. Я бы хотел еще пару моментов дополнить, Федор Юрьевич, по поводу публикуемых материалов вот на этом портале. Где-то вот в течение 2 недель будет опубликован полный перечень тех мероприятий по сети 110, которые подлежат условной амнистии в этом году, для того, чтобы коллеги могли ориентироваться. То есть перечень проектов, которые мы берем в... По умолчанию заходит в СИПР, и можно к ним отнестись и понять, нужно ли их чем-то дополнять, и тогда будет, ну, понятно, как коллегам из ТСО, например, действовать. И сейчас уже размещен перечень гарантированных вводов и выводов по объектам генерации, к нему тоже можно отнестись и дать какие-то при необходимости комментарии, возможно, мы где-то что-то упустили. Ну, то есть процесс уже живет и частично опубликован на ресурсы доступности. Значит, форма обратной связи у нас заведена вот по этому электронному адресу. Можно как письмом направлять по электронной почте, так и прям формочку заполнять на сайте. Она живет уже 2 недели. За это время более 50 вопросов к нам поступило разного формата. Мы на них всех, безусловно, ответим письменно. Сейчас мы попробовали обобщить их вот на двух страничках. Наиболее часто задаваем вопросы, очевидно, которые больше всего волнуют общественность. Ну, давайте я по ним пробегусь. Будет ли вестись разработка схемы программы по каждому субъекту? Как уже было сказано, схема программ разрабатывается одна, единая на всю страну. В этом году это ЕС, Россия, и с 24 года на Российскую Федерацию, однако будет доступна вся необходимая информация по каждому субъекту Российской Федерации. Мы отдельно сейчас прорабатываем вопрос, как правильно ее структурировать, чтобы она была удобна в использовании и чтении. Ну, примерно можно ориентироваться на доступность информации, соответствующую ранее разрабатывающейся региональным схемам программ развития.
Будут ли в СИПРе и ЕС прорабатываться мероприятия по развитию технологически изолированных районов энергосистем, например, Якутии? Значит, не будут ответа, не предусмотрена в законодательстве разработка программ развития технологически изолированных районов, кроме официально опубликованных списком, утвержденных правительством, перечня технологически изолированных электроэнергетических систем. Большой блок вопросов существует про расчетные модели, очень людей интересует, нужно ли будет делать отдельно расчетные модели, нужно их согласовывать с системным оператором, в каких случаях мы вообще раскрываем расчетные модели, и нужны ли модели для СИПРа региона. Общий ответ на эти вопросы, что в целом вообще вся процедура разработки расчетных моделей в отношении сети, сетевых элементов 110 и выше переходит в ведение системного оператора. Единственные модели, которые потребуется представить, это если существует предложение по обоснованию развития сети 110 в случае наличия проблем в сети 35 и ниже. Вот в этих случаях вместе с ТЭО, в случаях и с материалами, установленными в НПА, надо будет эти модели представлять, соответственно, системный оператор. Очень интересные есть вопросы по поводу публичности и открытости документов. Например, был вопрос, почему действующая редакция схемы программы Республики Татарстан закрыта от общественности, в отличие от других аналогичных документов в других регионах. И как бы с 2023 года будет такой документ разрабатывать системным оператором, открытым для публики? Ну, ответ, очевидно, уже получен. Все документы будут открыты, и доступ будет, соответственно, на официальном сайте и в будущем по мере развития автоматизации портала, возможно, на других открытых ресурсах. Очень много было задано процедурных вопросов. По поводу срока повторяться не буду. У нас утверждение СИПРа 1.12, срок старта 1 марта с учетом взаимодействия с сетевыми компаниями. Почти каждый орган исполнительной власти интересуется вопросом, существует ли механизм согласования с регионами схемы программы развития и будет ли какой-либо отдельный порядок урегулирования разногласий по содержанию схемы программы до ее направления в Минэнерго. Ответ на этот вопрос следующий. Механизм в целом согласования, как согласование процедуры, не предусмотрен, однако все аргументированные и обоснованные документами в соответствии с НПА мероприятия, они, конечно же, найдут свое отражение в схеме программы развития и вообще предусматривается отдельная процедура взаимодействия с органами исполнительной власти по рассмотрению СИПРа и получению ответа на задаваемые ими вопросы. Аналогичный вопрос есть от сетевиков, будет ли согласовано с ТСО. Этот документ, эта схема программа, ответ примерно такой же, согласование не предусмотрено, но для ТСО существует несколько окон возможностей, либо подать материалы, обосновывающие необходимые мероприятия на входе, или поучаствовать в процедуре общественных обсуждений схемы программы развития и задать вопросы в отношении того, что не нашло отражение в СИПРе и почему, и возможно где-то что-то подправить, будет возможность такая, то есть в принципе, такое взаимодействие будет предусмотрено на уровне нормативки. Будет ли предусмотрена вариативность разработки схем программ развития? Базовый оптимистичный вариант или базовый региональный вариант – то, что сегодня вошло в широкую практику разработки региональных схем программ развития. Ответ у нас будет следующий, что проектом целевой модели не предусматривается вариативность, потому что, в принципе, в ней нет никакого смысла вследствие имеющейся структуры документа и дальнейшей увязки какого-либо из вариантов с системой инвестиционного планирования электроэнергетики. В любом случае нужен какой-то один единый базовый вариант развития, который и будет как-то отождествляться с системой инвестиционного планирования в отрасли. Почти так же всех, как сетевых организаций, так и АИОВ, интересует вопрос, где будут прорабатываться мероприятия по развитию сети 35 и ниже. И будут ли учитываться предложения, переходящие на класс напряжения 110 кВт, например, когда достигнут предела развития сети 35 и ниже. В целом, общее понимание конструкции модели следующее, что поскольку объекты 35 и ниже не имеют системного значения, все мероприятия, планы по их развитию, они должны лечь на плечи самих собственников, и они сами должны определять, в каких случаях им нужно со своей сетью что-то делать. При этом, что касается вот этого перехода 35 и ниже на 110, то, безусловно, будет предусмотрено при наличии там подтверждения обосновывающими материалами и технико-экономическим обоснованием учет предложений по переводу там по станции более низкого класса напряжения или строительство объекта более на 110 кВт и выше, обусловленных проблематикой где-то в сети низкого класса. Таким образом, будет обеспечена преемственность на всех классах напряжения, трансляция проблемы, если она выходит на уровень 110 и выше, в нормативные документы.
Много вопросов, на них подробно останавливаться не буду, касающихся участия АИВов и перечня исходной информации. Я считаю, что Федор Юрьевич на слайдах достаточно подробно о них рассказал, поэтому повторяться вы не будете. Ключевой вопрос был задан, в том числе от многих сетевых компаний, обязательно ли включение в схему программ мероприятий, направленных на реализацию ТП, и что делать, если такие мероприятия в СИПРЕ не будут. В модели, которая сегодня предлагается путем корректировки, в том числе соответствующих подзаконных актов, продвинуть, в принципе, в схеме программы развития, как назвал Федор Ильич, утверждаемой части, мероприятия по ТП вообще включаться не будут. Только системный объект, объект системного значения, а, соответственно, никакие действия не требуются по включению на мероприятие под технологическое присоединение в СИПРЕ, потому что процесс реализации этих мероприятий, он регулируется либо правилами ТП, либо договором технологического присоединения. Такая концепция, она была там тоже на слайде представлена. По поводу обосновывающих материалов от 110 киловольт и выше, что нужно приносить куда, ответ будет дан в рамках нормативки, достаточно подробно прописано после того, как мы, как Софья Федорович, обкатаем эту новую модель совместно с субъектами. А по поводу сроков введения тоже было сказано, 1 января 2023 года все нормативно-правовые акты вступают в силу, и отдельный был вопрос, но, наверное, важно, на нем надо заострить внимание, как будет обеспечена синхронизация схем теплоснабжения со схемами и программами развития энергетических систем. Пока предполагается, что такая синхронизация будет через попытку найти комплексное решение в случае, если в каких-то районах выявляется дефицит или потребность в источниках тепла, и, с другой стороны, в схемах и программах развития выявляется потребность на источниках электрической энергии, и путем технико-экономического сравнения, возможно, будет принято решение о строительстве объекта комбинированной выработки электрической энергии и тепла. Ну, конкретная методика и процедура будет уточнена в инфо. Вот примерно, если обобщить, это не все вопросы, коллеги, все, кто не услышал ответ на частные вопросы, мы их обязательно дадим письменно обратной связью на адрес электронной почты, которую вы оставляли. Вот. В принципе, набор вопросов общепонятен, мы их сведем, и у нас есть отдельный разделчик ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, мы по мере поступления этих основных вот моментов будем его наполнять и расширять. Ну и отдельная просьба, если у кого там в связи с тем, что там, связь какая-то сегодня плохая была, или и в целом возникли вопросы по этому новому для нас процессу, есть возможность продолжать их направлять на тот же самый адрес, который был на последнем слайде, и все вопросы без ответа не останутся, они будут отвечены, безусловно, в ближайшее время, ну, там, вопрос недели. Да, хорошо, коллеги, тогда давайте подводить итоги. Значит, первое, с учетом вот порядка организации, да, трансляции односторонней, мы со стороны Министерства энергетики ждем тогда от вас предложений, готовы, если это необходимо, дополнительно с субъектами Российской Федерации, исполнительными органами и с частью участников провести совещание еще в рамках обсуждения, раз. Второе, значит, коллеги, с точки зрения АДУ, РЗУ, всей системы управления системного оператора будут отдельные встречи и совещания, как Федор Юрьевич сказал, на уровне субъектов. По поводу согласования, вот это, наверное, основной вопрос. Вот здесь тематика со стороны ТСО. Коллеги, там мы не будем в этом плане собирать классическое там согласование в виде подписи конкретной ТСО всех там 56 компаний на территории субъекта. А, невозможно, Б, долго, С, нецелесообразно. Значит, это первое. Второе, но вопрос взаимодействия и донесения той или иной информации до как системного оператора и Министерства энергетики останется. С точки зрения субъектов Российской Федерации, бесспорно, мы будем и на уровне Министерства энергетики, и на уровне системного оператора во взаимодействии прислушиваться к тем вопросам, и бесспорно, там никто так не понимает региональную специфику лучше субъекта Российской Федерации. Здесь нет никаких даже предположений или там внутренних убеждений о том, что мы тут из Москвы руками разведем в разные стороны те или иные проблемы регионов. Нет, коллеги, мы четко и трезво это понимаем, но с точки зрения, опять-таки, там ряда особенностей, смоделируем эту процедуру, и опять-таки она пройдет еще обсуждение в рамках проекта акта. Если необходимо что-то будет подкорректировать, либо выдать предложение, мы бесспорно к ним отнесемся. И последнее, наверное, еще раз, коллеги, просил бы более качественно и внимательно отнестись к предоставлению исходных данных.
Бесспорно, мы в процессе обсуждения нормативно-правовых актов уже тогда более подробно обсудим этот момент и с потребителями, да, коллеги, соответственно, чтобы вы высказали свою точку зрения, и профессиональные, так скажем, основные участники, субъекты Российской Федерации. Просто сейчас, чтобы не отнимать ни ваше, ни наше время, в принципе, трансляция уже достаточно длительно идет. Поэтому, коллеги, на этом я бы хотел подвести итог и завершить это совещание. В конце хочется сказать, дорогу осилит идущий, и только вместе, совместно у нас получится там качественный результат, как от которому, во-первых, за который будет отвечать системный оператор, это нужно понимать, да, и Министерство энергетики, и за который нам всем не будет стыдно. Спасибо огромное, совещание окончено.